Всем привет! Сегодня у меня готовы новые сюрприз-пакетики. А вторая часть распаковки, которую я снимала, она выйдет скоро, на выходных этих. Наверное, либо в субботу, либо в неделю выйдет вторая часть. А это у нас будет распаковочка к школе. Мы будем открывать вот такой вот большой сюрприз-пакетик. Ну а сейчас мы откроем маленькую сюрприз-коробочку-рюкзачок. Эта коробочка сделана из бумаги. Вот эта часть пролакирована. Вот эта вот верхняя. Она покрыта блестящим лаком. Сзади вот такие вот штучки, чтобы на плечи вешать. И вот такой вот объемный рюкзачок, и он сам открывается вот так вот. И достаем. Первое, что здесь есть, это тетрадочка. Белая, обычная, вот. Вот стариночки у нее белые. Вот самая обычная тетрадочка. Здесь, чтобы написать, вот такая вот тетрадка белая, вот такие здесь странички. Вот, здесь ничего не написано, и идем дальше. Я так вот высыплю, и дальше у нас идет вот такая штучка. А здесь вот, чтобы выливать клей-краску. Вот это у меня клей-краска, такой клей золотой. Сейчас я выдавлю. Вот сюда выдавляем. Берем, ой-ой-ой-ой, кисточку. Это у нас вот эта кисточка. Вмакаем. И рисуем. Вот, например, вот на тетрадке, там, где надо писать имя, типа, пишем имя, фамилию, вот, типа такая краска. Дальше, это карандашик голубого цвета, заостренный, типа писать, и ручка вот такая вот длинненькая. Вот такая вот. Такой вот длины. Такая голубая. Здесь она покрашена в золотой цвет, но это на камеру не передается. Жалко. Так. И теперь я буду распаковку на вот это. Это типа здесь написано имя девочки, которая здесь будет. Скейли Брейлен. Вот. Вот так вот ее зовут. Скейли Брэйлен. И здесь, если открыть, будет нарисована немножечко комнатка. Но сейчас я не буду показывать. Я буду вот так вот доставать детальки. Вот, достану сначала куколку. Вот такая вот куколка. Она очень хорошо прорисована. Вот. Волосы у нее очень хорошо прорисованы, с всеми тенями. Вот, вот такого типа синего цвета волосы. Чуть желтого по краям, поверху фиолетового по краям. И вот так вот получилось. Глазки у нее зеленые, такого стиля аниме. Длинные реснички и красные губки. На камеру видно, типа, они розовые, но они красные. Красный вышитый свитер. Вот такой вот. И желтая юбочка. Вот так вот ручки поднимаются. Ну, вы потом увидите, для чего. И сейчас высыплю вот так вот, чтобы было удобнее. Вот. Это книжечка или блокнотик.
Глок, лок, ок. Ирма такая, типа, блокнотик. Здесь, типа, можно что-то рисовать, писать. Или читать. Ну, вот такой вот блокнотик. Дальше. Сейчас возьму вот такую вот сумочку. И здесь разные такие, и что там будет, рюкзачок, и он тоже с вещами. Вот здесь вот такие две вещи. Это вот такая вот палетка с тенями. Вот такая вот. И она в сумочку ложится. Сейчас. Вот так вот она засовывается в сумочку. И еще здесь есть телефон, вот такой вот телефон фирмы Apple. Здесь программки, штучки, вот такой вот телефончик. Его тоже ложим в сумочку. И от этой девочки можно дать сумочку. Вот так вот. Но еще здесь рюкзачок. Сейчас вот такой вот крутой рюкзачок. Вот. Здесь в кармашках много вещей разных. Он на рюкзачках. Его тоже можно одеть на куколку. Вот. Сейчас будем распаковывать этот рюкзачок. Это самое веселое, потому что здесь очень много деталей. И это очень круто. Так, первое это будет типа коробочка с ланчем. Здесь будет еда, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да, вот. Это фитнес-батончик. Так. И... сейчас достану. Что это такое? И это плавленый сырок. Вот такой вот у нее завтрак будет. Вот. Дальше. Это пенал от фирмы Penren. Вот так вот оно здесь открывается. И сейчас я достану оттуда то, что здесь есть. Так. Блин, ну сложно достается. Сейчас. Так. Вот. Первое это такие два оливца. Я их соединила, чтобы не потерять, потому что пенал маленький. Вот они такой, такие вот. Вот здесь дальше влезает. Это маленькая точилочка. Это стирачка. И, видимо, здесь все. Да, здесь все. Вот. Такие вот маленькие вещи. Это такая вот стирачечка, чтобы она стирала и ручку, и оливать дальше. И здесь уже ничего нет. Да, здесь ничего нет. Теперь здесь. Все, все, доставай. Тетрадки. Ангелмова, математика и Укрмова. Такие вот тетрадочки. Вместе с такими вот пеналом и едой. Вот такие вот вещички в этом рюкзачке. Вот.
такой вот рюкзачок. Он здесь такого синенького цвета. Тут типа замочек. И здесь личико нарисовано. Сейчас примерим его куколки. Вот так вот. И вот так вот. Вот так это одела. Вот так вот это выглядит. Рюкзак очень мелкий, очень проделанный. Вот такой вот рюкзак с ней. И сумочка. И блокнотик. Блокнотик, наверное, тоже можно положить в рюкзачок. Не, рюкзачок уже забит. Наверное, тогда в сумочку. Ну, тоже не влазит. Ну, просто в руке будет. Вот такая вот распаковочка. И всем пока. Подпишитесь на канал, поставьте этому видео лайк и напишите комментарий. И загляните в описание.